Корпоративный филиал банка ВТБ в Нижнем Новгороде подвел итоги работы за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Общий кредитный портфель банка в регионе на 1 октября превысил 69 миллиардов рублей, увеличившись на 9% с начала года. Доля банка ВТБ на рынке корпоративного кредитования региона в данный момент составляет 18%. Портфель привлеченных средств на счетах и депозитах составил без малого 34 миллиарда рублей, что на 34% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Гарантийный портфель филиала по итогам 9 месяцев составил 5 миллиардов 700 миллионов рублей, увеличившись с начала года на 8%. Объем просроченной задолженности с начала года уменьшился на 19% и составляет 0,2% от общего объема кредитного портфеля филиала. Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский отметил, что в третьем квартале бизнес филиала продолжил демонстрировать восходящий тренд. Существенный рост был достигнут в сегменте среднего бизнеса. По сравнению со вторым кварталом, кредитный портфель по данным клиентам увеличился на 25% и на 1 октября превысил 20 миллиардов рублей.